Пути на выборах 2018 года. Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще. Потому что по закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена на президентской избирательной кампании. Вот думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы.